Он хочет вызвать полицию. Хрен ему. Лев-то не его, правильно? От него надо избавиться, пока он нас не сожрал. Можно сказать мусорам, что он бродил по полям. Можно, но ты мозги-то включи. Он нужен цирку, они захотят его вернуть. Поэтому мы его отдадим. И как мы это сделаем? Ты же сам сказал, если вернем, они поймут, кто их обокрал. Мыслительный процесс. Это к чему? Верни девушку, и все закончится. А не вернешь, я найду тебя где угодно и прикончу. Верни девушку, и все закончится. Ну все, братан, все, все, братан. Хорош, карди, отдай! Ты заебал уже, хорош дурачиться! Держи, набирай. Набирай. Да че ты как козел? Да блядский хуй, ну не минуты покоя, я сейчас. Да, кто это? Твой лев у меня. Чего? Твой лев, говорю, у меня. Хлеб? Нет, какой нахуй хлеб? Твой лев у меня. Лев, лев. Мужик, я ни слова не понимаю. На, подержи. У меня твой лев, понял, блядь? Пидорасина, ты кто такой? Я тот, у кого твой лев. Если хочешь его увидеть, аппаратура моя тоже у тебя, слоем. Не-не-не, это дело мы нахуй продали. Да я тебя порешу. Нам представление пришлось отложить. Мне нельзя волноваться. У меня сердце больное, как пиздец. Ну так ты, Эд, не нервничай. Заплати 7 косарей, забирай своего льва нахуй. 7? 7? Да. Знаешь что, оставь себе. Что? Считай, что лев твой. Да что я с ним делать-то буду? Сам виноват, нехуй было воровать. Стой, 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 стой. 6 тысяч. 6. 2. 2? Ты ебанулся? 5, это еще щедрый. 4. Последнее предложение. Блять, ладно, идет. Идет. Значит, слушай, как осуществим обмен. Слушаешь? Блядство.